представитель той группы людей, которые за... Сейчас, подожди, давай вот эту атаку посмотрим, и я продолжу эту мысль. 1-0! 1-0 забивает Луис Суарес, есть быстрый гол. В этом матче и Барселона выходит вперед. И провал в центре обороны, и в опорной зоне у Реала становится большой проблемой для хозяев поля. Ну вот получается, что этот убаюкивающий темп убаюкал в первую очередь мадридский Реал. Да, взрыв и гол. Замечательная передача в коридор на Луиса Суареса. И очередной мяч, уже 10-й в нынешнем сезоне от уругвайца. И это Серджи Роберто. Посмотри, как здорово он сместился. Никакого офсайда. Раздергали вот эту линию в центре обороны футболисты Барселоны. Уже позади мяча оказался Серхио Рамос. Ну и исполнение Луиса Суареса, конечно, выше всяких похвал. Фантастический удар внешней стороны стопы в дальний угол. Не позволил Кейлору Навасу сблизиться с собой и перекрыть таким образом большую часть ворот. Все было сделано здорово, но сразу вспоминается, Кость, что вообще-то это уже второй голевой момент у ворот Реала. Ведь когда...